Здравствуйте, это программа «Матрица русского языка» и я, ее ведущий Андрей Григорьев. Мы находимся в центре славянской письменности слова. На этот раз я предлагаю вам погрузиться в мир старославянского языка и познакомиться с историей славянских азбук. История старославянского языка начинается в 863 году, когда почитаемые в Русской Православной Церкви святые равноапостольные учители славянские Кирилл и Мефодий начали в Великой Моравии миссионерскую деятельность по обучению живших там западных славян чтению, письму и ведению богослужения на родном языке. Для этого они перевели с греческого языка необходимые в христианской церкви книги «Евангелие», «Апостол», «Псалтирь», а также литургические тексты. Язык этих переводов и принято называть старославянским литературным языком. В основе старославянского языка лежал родной диалект Кирилла Мефодия. Это говор славян города Салунь, где они родились. Это современный город Салоники. Говор принадлежит к македонской группе южных прославянских говоров, или, как говорят лингвисты, это салунская разновидность македонского диалекта, южнославянские говоры праславянского языка. При этом старославянский язык был прекрасно понят и воспринят всеми славянами, и западными, в землях которых проповедовали Кирилл и Мефодий, и восточными славянами, которые приняли христианство в 988 году. Дело в том, что в IX веке, когда был создан старославянский язык, различия между славянскими диалектами были не такими явными, и для всех славян старославянский язык явился первым литературным языком. И все же каждый год 24 мая, когда в славянских странах празднуется День святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, мы вспоминаем основное деяние салунских братьев – создание славянской письменности. Современная научная традиция, несмотря на наличие различных мнений по данному вопросу, склоняется в том, что Кирилл и Мефодий первоначально создают не кириллицу, которой мы пользуемся сейчас, а особую азбуку – глаголицу. И лишь затем либо они сами, либо их ученики, обычно здесь вспоминают имя Климента Охридского, создают кириллицу. Таким образом, у славян до Кирилла и Мефодия, как считают ученые, не было особой специфической письменности. А после появления Кирилла и Мефодия и их учеников возникают сразу две славянские азбуки. Глаголица производит впечатление азбуки, которая является продуктом индивидуального творчества первоучителей, так как, например, и азбука армянская, которую еще в V веке создает просветитель армян Месроп Маштоц. Многие отмечают, что буквы глаголицы, а их было 40, нельзя возвести какому-то одному единственному алфавиту. Их прототипы находят в сирийском, хазарском, иранском и в том же самом армянском алфавите. Но только в глаголице есть такое уникальное явление. Первая буква представляет собой крест и называется «аз», а «аз» по-старославянски означает «я». Предполагается, что ученик, который приступает к изучению азбуки, а ее изучали, чтобы читать христианские тексты, конечно же, должен написать первую букву, то есть, получается, нарисовать крест и произнести ее название «аз», то есть «я». Это означает «я христианин». И здесь мы видим глубокий символизм глаголицы. Вообще, само название глаголица происходит от слова «глагол». Сейчас мы воспринимаем это слово как часть речи, а на самом деле первоначально это слово, причем слово Божие. И такая особенность употребления ощущалась еще в XIX веке. Пушкин, как вы помните, писал: «Когда божественный глагол до уха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел». Или в классическом стихотворении «Пророк». «Восстань, пророк, и вижте, внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Здесь имеется в виду божественный глагол, то есть слово Божие. Также удивительно, что в глаголице буквы «и» и «с», они называются «и» же и «слово», обратно симметричны. Такого явления нет ни в одном другом алфавите. При этом они представляют собой сочетание круга и треугольника. Предполагается, что это сделано потому, что буквы «и» и «с», если они идут подряд, образуют сокращенно, то есть так называемое написание под титлом, имя Иисус. Вообще говоря, некоторые исследователи считают, что среди элементов, которые преобладают в буквах глаголицы, крест, круг и треугольник – важнейшие христианские символы. В
то же время буквы глаголицы весьма причудливы и замысловаты, и сложны для освоения. Возможно, именно поэтому ученики Кирилла Мефодия, возможно, Климент Охридский, вводят в употребление кириллицу. Что же такое кириллица? Это, собственно, греческий алфавит, в который включаются особые буквы для звуков, которые отсутствовали в греческом языке. Например, для таких славянских звуков, как «ц», «ч», «щ» и другие. Для них особых букв в греческом не было. Поэтому они были заимствованы либо из древнееврейского, либо из скопского, либо из сирийского. Во всех этих языках есть такие звуки и соответствующие им буквы. Кириллица очень похожа на греческий и тогда в древности, и сейчас. Правда, похож на древний унциальный вариант греческого, то есть это торжественное письмо большими или прописными буквами. И если сейчас мы напишем большими прописными буквами и по-гречески, и по-русски слово «программа», а это известное греческое заимствование, то написание будет совершенно одинаковым. Глаголица в большинстве славянских стран достаточно быстро вышла из употребления, только у хорватов она удерживалась где-то до 17 века. А вот кириллица, говоря современным языком, стала достаточно успешным проектом и используется не только славянами, но и в качестве систем письменности другими народами, народами бывшего СССР, народами России, и сейчас не только в России, но и за ее пределами, например, в Монголии, Таджикистане, Киргизии. И очень важно, что через кириллицу славяне оказались причастны более древней традиции – финикийскому алфавиту, который возник еще в 15 веке до нашей эры и дал начало и греческой, и древнееврейской, и арабской, и латинской системам письма. Удивительно, что многие начертания букв кириллицы до сих пор напоминают древние финикийские символы с сохранением звуковых соответствий. И вот этот консерватизм орфографии – это важнейшая особенность, которая позволяет сохранить язык, сохранить связь народа с древнейшей культурной традицией. Именно в Финикии возникает звукобуквенная система письма, которая удобна для тех языков, где у разных слов есть многочисленные формы словоизменения. Как считается, буквы финикийского алфавита представляют собой не абстрактные начертания, они восходят к неким древним иероглифам, соотносимым с предметами окружающей действительности. Поэтому даже в нашем современном алфавите можно разглядеть то, что видел вокруг себя человек 3500 лет назад. Именно тогда был создан финикийский алфавит. Например, финикийская буква «рош» обозначает звук «р». В переводе финикийское слово означает «голова». Ну и действительно, и наша буква «р» похоже на голову и шею. Правда, наша «Р» смотрит в другую сторону, потому что финикийцы писали справа налево, если мы ее сравним с финикийской буквой, а мы пишем слева направо. Буква «Л». В финикийском алфавите она называется «лембда». Это слово обозначало палку для погонщика быков. В латинской традиции она лучше сохранила свой первоначальный облик, как прямая тонкая линия. А вот в греческом алфавите и в нашей кириллице она оказалась симметричной. Это удобно вне зависимости от того, как ты пишешь, слева направо и справа налево. Буква «Г» в древнем финикийском алфавите называлась «гамл». Это слово обозначало верблюд. Этот корень такой же, как и в английском «кэмэл». В греческой и славянской традиции горизонталь и вертикаль соотносится под прямым углом, а в финикийском – под острым. То есть в некоторые ученые видят в финикийской букве изображение длинной шеи верблюда, а некоторые видят его горб. А вот в славянской традиции происходит новое переосмысление. Мы знаем такое древнее русское выражение «смотреть глаголем». Глаголь – это название старой буквы «Г». Смотреть глаголем – это сильно вытянув шею, подсматривать что-то у кого-то, шпионить, углядеть. Вот так называли подобного человека. В древней кириллице было 43 буквы, при этом не существовало разделения на прописные и строчные. Слова писали без пробелов. Большинство кириллических букв сохраняют свои начертания до настоящего времени. Поэтому тот, кто из наших современников захочет прочитать тексты, написанные 1000 лет назад, большинство знаков вполне сможет узнать. Часть кириллических букв уже в древности была дублетной, то есть имеющей разные начертания, но одинаковое произношение. Большинство малоупотребительных дублетных букв утратилось во время двух больших реформ графики, Петровской реформы и реформы 1917-18 года.
Какие же это дублетные буквы? Например, это буква «зело» или «дзело». Она была придумана для обозначения особого, мягкого звука «дз». Однако еще в старославянском языке различие между ней и буквой «земля», это наша современная буква «з», начинает стираться. Как бы нам показалось, если две буквы обозначают один и тот же звук, одну можно было бы из алфавита устранить. Однако до 18 века этому мешало то, что буквы и в глаголице, и кириллице обозначали еще и цифры. А арабская цифить была введена в употребление только в эпоху Петра I. Но дело в том, что буква «зело» понравилась Петру, поскольку она очень была похожа на начертание латинской и европейской буквы «С». В итоге эта буква была устранена из алфавита только в середине 18 века. В древнерусский период при обучении письму нередко малоупотребительные буквы вообще не использовались. Поэтому в азбуке 11 века, которую мы находим в берестяных грамотах, мы встречаем всего 29 букв. В грамоте конца 12 века – 34, а в грамоте новгородского мальчика Анфима – 35. Первая крупная реформа графики произошла при Петре I, когда он не только переодевал своих подданных в европейское платье, но и предложил новый облик букв алфавита по европейскому образцу. Был предложен новый шрифт, так называемая амстердамская азбука, поскольку литеры отливались в Амстердаме. Потом возникло новое название – гражданица. Вообще говоря, новый шрифт был задуман для удобства восприятия текстов в первую очередь научно-технического характера. Ну и также упрощение типографского набора на станках, которые были заказаны в Западной Европе. Однако к середине века все русские тексты, исключая церковные, печатались гражданицей. В Петровскую эпоху в алфавите были устранены дублетные буквы. Например, буква омега или от, которая обозначала тот же самый звук, что и о. Буква пси, буква ижица первоначально была устранена, потом возвращена в алфавит. В Петровскую эпоху была устранена буква «ю» с большой, очень редкая буква, а на основе буквы «ю» с малой в 17 веке возникло начертание, которое мы продолжаем использовать и сейчас. Это буква «я». Она была узаконена реформами Петра I. Также предложена особая буква, которой не было во времена учеников Кирилла и Мефодия, это буква «э». На самом деле, если мы ее перевернем, то мы получим тот вариант, который был представлен в русских рукописях, начиная с древнего периода. Это буква «есть», наша современная «е». Но книжники могли ее писать по-разному, могли опрокидывать ее на бок и даже переворачивать. И вот этот вот вариант, который сложился в рукописях в 13-14 веках, он и был взят за основу для обозначения буквы, которая будет указывать на звук, встречающийся в начале слова, это звук «э», или после твердых согласных. Такие слова появились в русском языке в эпоху Петра I. В 1735 году были отменены еще одни достаточно малоупотребительные буквы. Это буква «кси», и, наконец, была отменена буква «зело» или «дзело». Также в 18 веке для обозначения звука «о» после мягкого, там, где мы можем написать и «е», такие слова, как «мед», «лед», пишем исторические «е», но на самом деле читаем не «мед», «лед», здесь нужна какая-то особая буква. Первоначально было предложено сочетание из двух букв «и», из двух букв «и», дистеричное и «о». И вот таким образом обозначали этот звук «о» после мягкого. Но в конце 18 века здесь некоторые ученые отдают первенство Николаю Михайловичу Карамзину. Некоторые говорят, что эту букву придумала сама Екатерина Романовна Дашкова, президент Академии наук. Появился новый, более удобный вариант. Ну, вероятно, он взят из французской или латинской графики, где также встречается элемент «э» и надстрочный знак сверху, состоящий из двух точек.
Итак, в 19 веке в русском языке 35 букв, начиная от «аза» и заканчивая «ижицей», то есть от начала до конца алфавита. Это выражение вошло в пословицу. 35 букв, не считая «ё», «и» и «краткого». И краткое исторически это просто обычное «и», но со знаком краткости, «и» с краткой. Долгое время его, этот знак, не хотели считать особой буквой. Хотя Александр Сергеевич Пушкин, однажды угощая в ресторане обедом графа Завадского, сказал: «А ведь я богаче вас, вам приходится иногда ждать денег из деревень, а у меня доход постоянный с 36 букв русской азбуки». Здесь он, скорее всего, добавляет вот эту самую букву «и» краткое. До революции 1917 года многие филологи и деятели культуры предлагали исключить ненужные, по их мнению, буквы алфавита. Ломоносов считал, что в русской азбуке должно быть 30 букв, которые есть в современном языке, и десятиличные надо объединить. Буквы «э», «фита», твердый знак, избыточные. В 1828 году некий Яковлев из экономических видов предлагал сократить буквы алфавита, в том числе букву «ща», твердый, мягкий знак, «э», «ять» и многие другие. Собравшаяся в 1904 году орфографическая комиссия Академии наук наконец решила исключить из алфавита буквы «ижица», букву «ять», букву «и» десятиричная и твердый знак в конце слов. И вот эти буквы решением сначала Временного правительства, а потом и утвержденным декретом Советского правительства на рубеже 17-18 годов были исключены из алфавита. При советской власти вопрос о реформе графики поднимался несколько раз. Так, в 1923 году предлагалось исключить из алфавита буквы «я», «е», «ё», «ю» и заменить их сочетаниями с гласных с буквой «и» краткой «е», «а», «е», «э» и так далее. И также после разделительных твердого и мягкого знака также писать «а», «э», «о» и так далее. В конце 20-х, начале 30-х годов обсуждался переход с кириллицы на латиницу. Причем в алфавите, по мнению авторов, должно быть представлено 29 или 30 букв. На наше счастье, этот переход не случился, древняя традиция сохранена, ведь в современной кириллице почти все буквы – это буквы, которые восходят к алфавиту, который был придуман непосредственно учениками Кирилла и Мефодия. На этом я с вами не прощаюсь. В следующем выпуске «Матрицы русского языка» вы узнаете, в чем сходство и различие современного русского литературного, старославянского и языка Древней Руси. До новых встреч в Центре славянской письменности слова и на телеканале «Русский мир».